из одного элемента, из другого. Но он всегда навсегда этот навык с вами. И если вы будете подрабатывать, он как бы снова. Вы богаче становитесь. Вот и все. Двигаясь на пути, вы становитесь богаче. Вот про человека я бы хотел сказать. Поэтому я вот, Женька проводит тренировку, я там периодически посмотрю, потому что такое было. Был Хигалон, приезжал там, в 2006 году, там, набивку делал, там, Цугуба делал набивку, там, или там Хигалон подарил вот этот, вон эту штуку, такая вершина. Это 2006 года. Да. Еще в Будакане был там. К чему я говорю? Понимаете, вот мне карате, это вы называете как карате, да? А я вижу во всем вашем карате, что это мое родное, что ваш карате это и мое там как дзюдо. Я с помощью него я пытаюсь усилить свою борьбу. I love this fight. И я пытаюсь как бы усилить это. Вот в чем. Поэтому вам спасибо за то, что вы как бы там оценили, взяли, не взяли, как бы там возьмете, не возьмете. Но я со своей стороны вам хочу сказать, что я и впредь буду как бы у вас учиться и буду посмотреть. Так что то, что вы там можете, извините, это и мою тоже. Я как бы заранее, чтобы вы не обижались. Это я тоже возьму, трансформирую и назову это дзюдо. Вот эти мостики я их заберу. Поэтому вам спасибо и